Половина девятого вечера. Я на расстоянии ровно 1 километр. Ну, вот здесь, правда, провода немножко помогают по приему сигнала. Если вы помните, то в прошлый раз, когда я подключал не на антенну этот передатчик, а прямо к сети на 220 вольт, то ровно до трансформатора шел сигнал. Это было метров 300. Метров 300, да. А теперь вот километр. Ну, тоже, правда, не очень хороший прием, не очень уверенный. Но реально как бы в 3 раза лучше. Сейчас подождем, пройдет электричка. И продолжим. Ну, так, вы поняли, да? Ну, здесь всего лишь 5 ватт, я напоминаю. Причем это 5 ватт не по несущему, а по модуляции. То есть 4 раза меньше получается по несущей. Ну, сейчас вернемся на то место, на котором в прошлый раз закончили. Ну вот мы вернулись на 500 метров назад, в смысле ближе к передатчику. Сигнал стал более уверенным. То есть расстояние 500 метров до передатчика, полкилометра. Ну вот давайте вернемся теперь еще немножко ближе. Ну вот сейчас где-то метров 300-400, то есть конец деревни или начало деревни, тут как считать. В прошлый раз на этом месте сигнал пропал полностью, потому что мы были подключены на 220 вольт антенну, вместо антенны использовали 220 вольт. Вот там стоит. Трансформатор, и он как бы отсекал сигнал, и сигнал заканчивался. По воздуху он идет вот немножко дальше, но не намного. Ну, это, конечно, совсем рядом, это 100 метров. Ну, вывод такой, что можно смело схему делать. Качество хорошее. И далеко не работает. Вот где-то на один кооператив дачный. Хороший, большой дачный кооператив. Или на деревню.